Гуманитарный груз в зону СВО уходит из Мордовии практически каждую неделю. Миссию обеспечить военнослужащих всем необходимым взяло на себя региональное отделение Российского фонда мира. Здесь стараются максимально оперативно отработать заявки бойцов и доставить ценный груз. Так, в этот раз к солдатам помимо продуктов и лекарств отправятся бинокли и монокли, радиостанции, боевые дроны, а также противодроновые ружья. Кроме того, бойцам передадут маскировочные сети. Их с любовью и заботой не прекращают плести в разных концах Мордовии. Мы можем помогать своей стране и ощущать именно нужность, собственно, помогать своим бойцам. Объединившись, победа 100% будет за нами. Помочь бойцам стремится каждый. Люди перечисляют средства, организации предоставляют оборудование. Еженедельно загружают машины с гуманитарным грузом совсем юные ребята-волонтеры. Многие из них учатся в колледжах или школах. На вопрос, почему на каникулах отдыху предпочли помощь своей стране, отвечают просто. В первую очередь это любовь к своей родине, любовь к людям, которые защищают, опять же, нашу Родину. Направляю своих товарищей тоже в данном направлении, потому что патриотизм, я считаю, ключевой винтик для нашей молодежи. Региональный фонд мира продолжает сбор помощи бойцам. В Мордовии открыт единый счет для пожертвований нашим военнослужащим. Внести посильный вклад можно по реквизитам, которые вы видите на экране. Ирина Радайкина, Александр Овчинников. Народные новости.